В прошлых сериях Таинственного острова. Надо сбросить корзину! Этого мало! Нет! Костер? Не вы его разожгли? Последнее, что я помню, это то, что я тонул. Нам нужно скорее узнать, где мы находимся. Да что с тобой? Ты упустил момент! Похоже на развалины. Я увидел зеленый свет. Беги, Герберт, беги! Вылезайте! Здесь водится большое морское животное! Алан Скарф. Си Дэвид Джонсон. Коллет Стивенсон. Стивен Ловат. Гордон Майкл Вулвит. Энди Маршалл. И Джон Бэтч в роли капитана Немо. Таинственный остров. Мистер Спилет! Что-то случилось! Мистер Спилет, сюда. Плывите. Боже праведный. Я ему помогу. Нэп. 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 Чем ты можешь помочь? Мистер Спилет, скорее. Плывите. Спасайтесь! Вы сможете! Зеленый свет. Продюсер Майкл Франкс. Авторы сценария Стивен Алекс и Глен Норман. Режиссер Уильям Фройд. Да что же здесь творится? На меня кто-то напал и потащил под воду. Тело сжали щупальца. Я едва мог дышать. Потом я увидел зеленый свет. Не знаю, что случилось, но щупальце разжалось. Я не разглядел, но вроде бы там было не одно чудовище. Вы видели зеленый свет? Смотрите! Осторожно, капитан! Ты наблюдал это в море? Да. А вы его разглядели? Только очертания. Пузыри и зеленый свет. Пойдем. Давай отдохнем немного. Не знаю, почему я так устал. Я вытащу тебя отсюда. Обещаю. Спасибо.
Мы случайно оказались в ловушке, отец. Я знаю. Отец, я убил человека, когда мы взлетали на шаре. Он собирался тебя убить, и я в него выстрелил. Я хотел помешать ему, но я его убил. Я убил его, папа. Ничего. Постарайся не думать об этом. Мне пришлось в него выстрелить. Если бы не ты, я был бы мертв. Наверняка я сделал бы то же самое на твоем месте. Знаешь, Герберт, мы с тобой очень разные. Ты пошел не в меня. Ты больше похож на свою мать. Я рад, что ты такой. Твоя мама была отличной женщиной. В ней была внутренняя сила, которой я завидовал. У тебя она тоже есть. Ты так думаешь, отец? Да. Ты должен помнить, что я горжусь тобой. Нужно выбираться с этого острова. Сначала нужно выбраться отсюда. Как вы себя чувствуете? Неплохо, спасибо. Отлично. Мы возвращаемся? Берег в той стороне. Да, но гора в той. Полагаете, мы туда доберемся? Если вы сможете, то я смогу. Так или иначе. Именно. Отлично. Кажется, я на что-то наткнулся. Что это? Вам тяжело, мистер Спилет? Ничуть. Только отдышусь. Прекрасный отсюда вид, правда? Видно почти весь остров. Вы правы, мистер Спилет. Этого я и боялся. Что это остров? Да. Прости, Неб. Я надеюсь, что поблизости есть материк. Вы правы, Хардинг. Когда облака рассеются, возможно, мы увидим следы цивилизации. Надеюсь. Нам нужно продолжить восхождение. Может, увидим материк, а на нем отель для мистера Спилета. Вот именно. Я приглашу вас на ужин. Мы закажем все, что есть в меню. Абсолютно все. Кроме рыбы. Ничего, кроме океана. Я вижу, Неб. Это похоже на мечту. Невероятную мечту. То мы в гуще гражданской войны, и то вдруг оказались на необитаемом острове. В это трудно поверить. Что теперь с нами будет, капитан? Мы многое пережили, Неб. Вы это знаете. Надеюсь, и это переживем. По крайней мере, мы знаем, где мы. Это большой остров. И нас ждут открытия. Хардинг! Хардинг, идите сюда и посмотрите на это! Это невероятно. Я не геолог, но если я не ошибаюсь, это не что иное, как кратер. Вулканический кратер. И, судя по его размеру, он самый большой в мире. Мы стоим на краю вулкана? Да. Скорее всего, он спит.
Хотя, если подумать... Джек! Герберт! Что случилось? Не знаю. Землетрясение? Землетрясение? Но нас может засыпать в пещере. Давай копать. Что такое? У меня жутко болит голова. Мне тоже что-то нехорошо. Тебе лучше? Немного. Это странно, отец. Я никогда такого не чувствовал. Здесь нездоровая атмосфера. Мы сможем выбраться, правда? Тебе нужно отдохнуть. Что случилось? Не стоит дальше копать, Герберт. Это скала. Я сомневаюсь, что мы сможем выйти. Что же нам делать? Не знаю. Подождем, пока нас не найдут. Но они не знают, где мы. Ты прав. Герберт! Джек! Джек! Что это? Я нашел этот камень на полу. Потом уронил. Он красивый. Похож на нефрит. Герберт, прости меня. Ты не виноват, отец. Мне самому захотелось сюда войти. Но я согласился, не подумав. Это я виноват, сынок. Но мы же еще не умерли. Что это такое? Опять этот монстр. Он уходит. Как он попал сюда? Приплыл, наверное. Здесь вода соленая? Да. Тогда озеро соединяется с океаном. Подземным туннелем? Да. И через него мы сможем выбраться. Ты хочешь нырнуть в туннель и плыть? Да. К океану. А как же монстр?
Это наш единственный шанс, отец. Если мы останемся, мы точно умрем. Я не знаю, Герберт. Хорошо. Тогда мы останемся и умрем вместе. Я вижу, ты усвоил уроки Джоанны. Думаю, нам нечего терять. Что это? Если не ошибаюсь, это кружево с нижней юбки. Огонь погас. Зала горячая, капитан. Попробуй раздуть огонь, Нэп. Мистер Спилет. Идем на поиски? Конечно. Не хочу оставлять богатство. Мы всегда можем вернуться. Держись рядом, ладно? Готов? Всегда готов. Пенкрофт! Герберт! Миссис Пенкрофт! Я здесь. Миссис Пенкрофт, с вами все в порядке? Я искала Герберта и Джека и заблудилась. Они не вернулись? Нет. Их не было всю ночь. Мистер Спилет, отведите Джоанну в хижину. Я попробую их найти. Миссис Пенкрофт, боюсь, мне опять нужна ваша медицинская помощь. Ужасное чудовище едва не содрало на мне всю кожу. Я такое вам расскажу, не поверите. Надо возвращаться. Нет, мы долго плыли. И здесь больше воздуха, чем в пещере. Мы спасемся, отец. Вдохни поглубже. Давай, отец. Капитан вернулся. Я не нашел их следов. Не отчаивайтесь, еще рано терять надежду на то, что они вернутся. Остров большой. Они могли далеко уйти. Посмотрите на воду! Мы сделали это, отец! Да, сынок. Господи, вы не ранены? Джек! Что случилось? Мы нашли сокровище. У отца есть золото, чтобы купить новую лодку. Я нашел нефрит. Тебе нравится? Спасибо, Герберт. Это самая чудесная вещь, которую я видела.
Работа искусного мастера. Отличная чеканка. Может, на острове все же есть люди? На острове? К сожалению, Пенкрофт, это всего лишь большой остров. Может, рядом есть материк? Мы можем сделать плот, это легко. Мы видели только воду. Боюсь, мы где-то в центре Тихого океана. Это необитаемый остров. Возможно, он обитаем, судя по находке Пенкрофта. Это святилище выглядело довольно заброшенным. Я думаю, мы единственные люди на острове. Здесь водятся чудовища. Вы его видели? Оно вывело нас из святилища. Конечно, это могло быть совпадением, оно словно бы изучало нас. По-моему, слишком много совпадений. И как бы там ни было, это морское чудовище всегда появляется там, где оно нужнее всего. Вы согласны? Не пора ли встретиться с монстром? Сами подумайте. Мы живем на этом острове меньше 3 дней. А это создание уже спасло жизнь мне, капитану Хардингу и, скорее всего, вашему мужу и его сыну. Неужели только меня мучает любопытство? И вообще, вы уверены, что это морское чудовище? А кто же тогда? На русский язык фильм озвучен компанией «Лайко», Санкт-Петербург.